Дахаб, Ближний Восток, Египет, Синайский полуостров. В часе езды от Шарм-эль-Шейха. На берегу залива Акаба, прижатый горами к заливу, уютно расположился Дахаб. Это описание из путеводителя. Все правда, но не все. Да, это Египет, но совсем другой Египет. Странный для привыкших к Ургаде и Шарм-эль-Шейху. Здесь совсем другая атмосфера маленького городка. Собственно, Дахаб – это старый город Масбат, бывшая бедуинская деревушка, протянувшаяся вдоль набережной с мостом и парой торговых улочек. Всю центральную часть можно обойти минут за 30, а за пару часов познакомиться со всем городом. Еще лет 20 назад здесь жили только бедуины. Потом появились хиппи. В то время в Египте можно было покупать у бедуинов траву по доллару за стакан, а у рыбаков – лобстеров, которые были тогда немногим дороже. Кроме нескольких кемпингов, строений в округе не было. С тех пор деревушку облагородили, вдоль берега построили крошечные отельчики с рыбными ресторанами и дайв-центрами. Набережную замостили, провели электричество. И сделали это как-то очень удачно. Дахаб сохранил свой колорит. Жизнь здесь идет размеренно и неторопливо. Море абсолютно чистое. Ныряют здесь прямо с набережной. Вдоль набережной тянется нетронутый коралловый риф.